Доброе утро, мои дорогие! С Рождеством Христовым! Вот вчера вечером не стала заниматься этим делом, а с утра решила приготовить свежие гвизели. Гвизели мы всегда выпекаем на праздник Рождества. И вот что в нем сложного? Ничего нет сложного. Это обычное тесто из хачапури, только внутрь вот такая вот начинка сырная идет, а внутрь мы выкладываем яйца отварные и потом помажем яичком, и получается вот такая красота. И будем запекать. Все готовят, все пекут заранее, и я раньше пекла на ночь, это всегда. Но посчитала, что лучше нам с утра свеженькое, горяченькое, будет намного вкуснее. Вот чем я занимаюсь с утра. Вот такая красота у меня получилась, мои дорогие. Придала я им форму луны. И готово. Сейчас яйцом, желтком смажу и в духовку. Вот такое гвицели пойдет скоро в духовку разогретую. Буду выпекать на самой такой низкой температуре, 180 градусов. Выглядит обалденно красивое. Смотрите, оно такое толстое все. Да, потому что там много начинки. И еще оно чуть-чуть постоит, минут 10. Полотенечком накрою и в разогретую духовочку. Приятного аппетита! С Рождеством Христовым, мои дорогие! Вот такая красота у меня получилась. Как раз муж проснулся. Сейчас будем завтракать. Покажу вам. Мы завтракаем. Сейчас будем пробовать эту красоту. Ашкему пробует. Ашкем встал и говорит: ты покрестилась? Христос говорит. Вот такой комик. Вкуснятина, приятного аппетита, с праздником. Какой сегодня замечательный день. Столько позитивных эмоций я получаю от самой себя. Молодец, Светлана, молодец. Вот такой ужин я решила сегодня приготовить праздничный. Свеженький, рыбочка. Вот такую рыбищу я съем. Вот. Готовится он очень легко. Я посолила, поперчила, лучок, лимончик, картошечку чуть-чуть сбрызнула маслицем. Ну вот и все, буду готовить сейчас салатик. И вот такой замечательный ужин у нас получился. Мы такие голодные были, что забыли вам поснимать красоту. Салатик. И очень вкусно готовится чупора в духовке. Советую вам. Приятного аппетита вам. Ашкым durdu da o da. Kopardı. Ne yapacak diye bakıyor. Atıyor. Akılıyor. Koparıyor. Çistit, çistit on pomagayet. Целый день спит. Он его вчера дал мяту, на ней положил воду. Мяту. Чтобы он не кашлял, да нет, он его лечит. Kopardı. Лекарство. Koparıyor. Ne oldu? Yedin mi? Ama bu vitamin aşkım. Burada var bak burada. Ve ben büyüğüm. O elim parmağım. O yenmez. Ждем, пока наестся. Мавич. Ayağını da koyuyor bak. Что сегодня я приготовила на ужин? Красота какая! Как вы думаете, что это? Да, вы догадались. Это грибы с креветками. Вот эти самые креветки. Креветки малюсенькие. В духовке запеченные.
потертый с сыром. Вот так выглядит вся такая кастрюлечка. Мы сегодня сидим здесь в зале. Наша птичка там что-то грызет, матч идет. Так что мы здесь всей семьей дружненькой. Приятного аппетита! Красивый ракурс в этом месте. Кстати, хочу вам сказать, что у нас вон там находится волшебный колодец. Очень вкусная вода. Кто не приходит к нам в гости, говорит, такая вкусная вода. Можете приходить и брать. У нас на первых этажах у всех есть краники, и мы там пьем. А я побежала чуть-чуть, похожу часик. Сегодня изменю маршрут, пойду в противоположную сторону, чуть-чуть посижу, заряжусь энергией, потому что я сейчас очень много рисую. Какая у нас красивая зима. Ну, посмотрите, это зима. Сейчас утром делала йогу, и Катя, наша преподаватель по йоге, рассказала, что в Казани минус 30 чем-то. Ничего себе, я себе не представляю такую погоду. Такой холод, я не представляю, как можно, да? Ну, наверное, ко всему привыкаешь. А у нас, посмотрите, какая красота, посмотрите. Боже мой, здесь дом пенсионеров собираются. Ну просто прелесть. А это красотища. Ну, знаете, прохладненько, конечно, уже с утра было. Я пока повесила белье на балконе. Хорошо, на той стороне солнышко. А так, прохладненько уже. Ну, у нас начинается зима, январь-февраль. Так что будем ждать. Среда, по прогнозам, дожди обещают. А в нашем районе много новостроек. Вот этот новый дом, ну не такой сейчас прям новый. И вот впереди тоже новый дом. Называется этот Сита Кырмызы-Калин, красная ручка. А это Агдениз Плаза. Вот, оказывается, сколько у нас новых домов здесь в районе. Я хотя и патриотка своей родины, да, но смотрю реально глазами и на мир. И делюсь тем, что чувствую. Вот смотрите, какие красивые ситы. Вот настоящий спальный вагон, да, спальный район, спальный вагон. Настоящий спальный район. Вот здесь такая тишина, здесь нет... Все так красиво, кругом эти сита огороженные. У нас в Грузии такого нету. У нас есть только какие-то, наверное, виллы там или еще что-нибудь. Я не знаю, год я не была в Грузии, но вот у нас нет такого. И что мне шокирует? Да, дома тут не такие прям красивые вот в нашем районе, да? Но самое главное, то, что ты просыпаешься в тишине, это такой кайф, друзья мои. И когда... Красиво посмотреть на весь район, да? У нас строят то низкие дома, то высокие. Но какой-то беспорядок. Я говорю это и не боюсь. Сколько много лагерных вот этих машин, да? Ну, передвижных домиков. Видите, как турки много. И любят такую жизнь. Кочевников. Так можно сказать, правильно? О боже, как красиво, какая красота. Вот счастливые люди, которые завтракают на набережной, ловят рыбку. Я тоже так хочу. Почему мы так с мужем не делаем? Надо над этим задуматься. Потому что у нас ничего нет, наверное, для этого. Удочка есть, а остального ничего нет. Что-то надо менять в своей жизни, однозначно будет, и это будет все постепенно. И вот я уже возвращаюсь, друзья мои. Как я люблю Мерси, как я люблю Мерси, я такая благодарная, такая красота. Сейчас прошлась по базару, сделала кое-какие заметки, наметки, и Ашкемчуку дам задание. Что надо купить. Вот, друзья мои, гуляйте с утра, если у вас есть такая возможность. Но, правда, было сегодня прохладненько, холодочек. А я уже дома. Приходите в гости. Друзья мои, я уже дома. Так немножко прошлась по базару.
посмотрела, что почем. Сейчас составила уже заказ. Отправлю мужа. Ой, столько всего вкусного, интересного. Самые дешевые из фруктов сейчас бананы. Поэтому мы кушаем бананы. А авокадо по 60. Ну, естественно, у меня все спят пока. Потому что я быстро вернулась, так как был ветер. Затуманишь меня ждет. Чики-чики-чики, мамиш. Мамиш, чики-чики. Мой любимый мамиш. Мой любимый малыш. Привет, мой птичка. Посмотрите, Ашкем вчера поменял ему веточки. Пластиковые убрал и натуральные. Вот он, у него работают мозги. Мамишок. Мамиш, чики-чики-чики-чики-чики-чики. Мама пришла. Сладкий ты мой мальчик. Любимый мой мальчик. А вчера, если вы видели, как мой муж ему лекарство давал. Схватил его и в клюв ему влил эти лекарства. А до этого солевую воду в нос ему. Он его искусал всего. Крик такой был. Такой сладкий. Они мне такие сладкие мальчики мои. Я мои, как у нас холодно. У нас опять отключили свет. Где-то час не было. Но я в это время смонтировала вам видео. Вот моя птичка. Так тепленько. Я сегодня сделала такую домашнюю уборку. Все перемыла, перечистила. Постелила опять свой коврик. Смотрите, что я делаю сейчас. Эндер пришел с базара. Вот, ну, естественно, в темноте как бы я разложила, да? Купил вот помидорчики черри. Такие хорошие яблочки. Грушки купил, апельсинки, мандаринки, зеленушку, кабак, кабачок. Вот такие купил грибы. Сейчас, ой, кажется, мусор пришел. Минуту. Так вот, мои дорогие, вот это тоже купил мяшкинчик. Они так пахнут, обалдеть. Я ему заказала капусту. Я сегодня днем шла, заказала капусту. Лимоны купил, грибы, говорит, по 50. 50 лир, да, кажется. Огурцы, картофель, спанак, я сказала. И праса. Вот все, что он купил. Бананы мы переели в этом месяце. Так что решили их не покупать. Так, а здесь я вам покажу, что я делаю из праса. Вот. Это у меня праса с рисом по-турецки. С рисом. А себе я такую вот сделала. Господи, нормальный человек это не поест. Только Светлана. Посмотрите. Турки, мой муж, не любит есть... Праса же есть, например. Зелень, да? Они только любят вот эту белую часть готовят. А у нас в Грузии все по-другому. У нас все используют в еде. Так я, знаете, что решила? Для себя приготовить отдельный обед. Помидоры, вот это вот... красную чечевицу и гнут. И помидорчик, и болгарский здесь, и чесночок. Вот, мои дорогие, такую буду я бурду-мурду кушать. Вот прям хочется, чтобы такое овощное и много овощей. Вот, закрываем и все. А здесь у меня еще суп, который я никак не доем. Сейчас время умывания. Я говорю, только попу свою моешь, а хвост? Ашки, мол, он обелир. Ярдымджи апмак лязим и кабак. Чок сиях. Попа сиях? Попа ди. Хвост, бу. Куйруну? Эви. Куйрук. Калат, куйрук. Бу. Куйрук. Куйрук писли. Куйрук ты, куйрук. Куйрук. Мамиш! Чики-чики-чики-чики. Опа, мавиш, чики 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 чики, а? Мавиш? Ги? Мавиш, бах. Мавиш? Я его видел, но я не могу. Опа. Порчало его, порчало. Такое чудо у нас. Мариш. Чики-чики-чики.
Чики-чики. Очень любит ее. Очень эту игрушку. Поговори, поговори. Поговори, поговори. Да-да-да, мавиш. Акылы мавиш. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.